Итак, Аншавдоль, сейчас мы продолжим, так сказать, срывать покровы с приставок, какое говно там подпихивают людям под видом игры или что-то там, чтобы больше никто не утверждал, что там есть и графика, и вообще в эту парашу можно играть. Блять, оно все повисло. Вот, сейчас мы поговорим о серии Resident Evil, конкретно на приставке Wii, на GameCube, там, ну, блять. В общем, блять, давайте запустим. Так, старт. Вот видите. То есть, все совершенно отвратительное меню. Но пока это особо так незаметно, да, что это совсем такая параша. То есть, блять. Вот сейчас какая-то бесполезная заставка совершенно текстом, да, пиздецом, лень была. А, ну хоть озвучку сделали, но, собственно, неважно, все равно говно. Вот это текстом все пошло без озвучки, сука, ничего у них тут, блядь, да, текста даже мало, да, написали одну страницу, блядь, это, блядь, хотя бы, какую страницу, строку, да, вот весь сюжет. А надо, чтобы, сука, было как Готики 4, чтобы, блядь, диалогов много было, чтобы сюжет был охуенный, блядь, то есть никакого сюжета нет вообще. В общем, графон тут как бы не видно, что начало говно. Ну, что-то, да, подозреваю, что, знаете, экран тут вообще 320-240, блядь, это на приставке Wii, на GameCube, сука, разрешение. Понимаете, вроде как бы он ничего еще, совсем говно так может показаться, если так уменьшить. Ну, я-то как бы знаю, что это за говно. И я сейчас вам буду делать то, что никто никогда не делал. Я буду вам, сука, показывать изнутри, как это все параша работает. Просто хочу показать, как народ объебывал. Типа, как какой-то, блядь, бедный школьник купил, нахуй, сука, идем и думает, во, нахуй, потратил 60 баксов. 60 баксов на игру, да, играет, там графика, типа, полигонов много, типа, текстуры, блядь. Сука, там на телевизоре Рубин-то запустил, то есть, блядь, пиздец. И там, сука, вот, блядь, его дрочит на это, сука, вот, блядь. Ну, сейчас я вам, сука, покажу, что это за хуйня. Сейчас вам покажу. Вы посмотрите только на эту парашу, блядь. Блядь, его... Вот это зомби, типа, он лишь... Смотрите, у пальца, сука, квадратные. Блядь, у него даже текстура, смотрите, на лице только, а дальше он с фоном сливается. Даже там, даже на лице-то глаз у меня не нарисовано. Я не знаю, посмотреть можно, подвинуть. Сука, все глючит, блядь. Вот это типа главная героиня, что вообще, блядь, без полигонов. Блядь, вы посмотрите на это. Все фоны тут прорисованы, блядь, задниками поставлены вот такие доски, и на них текстуру нахуячит. Да-да, даже, блядь, не на каждую на стену, а просто сразу на фон стоит, блядь, и все. Одна текстура на фоне. И сделана только из полигонов, моделей. Ой, блядь, да вы посмотрите, сука, вот она, вся вселенная. Да, тут никакой сцены нету. Просто есть две локации, в космосе летают. Там пару ящиков, зомби, вот эта вот шлюха. И даже тут полигонов нет ни хрена, и только бочки стоят, сука, на которые захуячивают эти текстуры, блядь, окружение. Да посмотрите на это, сука, сколько тут полигонов, и даже считать боюсь. Ёбаный стыд, блядь. Ой, блядь, какое говно. Ну, посмотрите на это, а. Не, ну реально, даже можно вот убрать. Что тут вообще можно понять? Блять, это же жуть просто. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите, как эта игра выглядит на самом деле. Это все, сука, из спрайтов. Там, сука, пару моделек, вот, зомби и все. И все, вот, на экране максимум две модели. А, вот, типа, крупным планом. Смотрите, что, когда там близко подходит к экрану, экраны, то есть модели, еще на более детализированную заменяется. Там, так сказать, как в упор прям, да, там же как, смотрите, что я выяснил, если когда далеко, то там вот та модель, которая там до этого показал, то есть вообще ничего, а когда там как бы камера не двигается, там отдельная сцена, и камера по одному установлена, и когда она близко установлена камера, чтобы можно было разглядеть, они въебашивают вот эту высокополигональную, так называемую, модель в кавычках, которая еще хуже даже, на ней даже текстуры есть, посмотрите, текстуры. Кое-какие, ну, блядь, конечно, говно, еще, ну, блядь, ну, посмотрите, блядь, ну, посмотрите, блядь, на этот кошмар, сука, какое уебище, блядь, сука, это, блядь, 21 век, сука, блядь,
на дворе, блядь, сука, эта игра она что вышла, еще ремейк сделали на Nintendo Wii, сука. Консоль Next Gen, блядь, вот он, сука, Next Gen. Ебать, блядь, ну посмотрите, что... Вытянай ебало, сука, блядь, еба, блядь. Вот, блядь, консольщина, сука, ебаная. Welcome, сука, Next Gen, блядь, нахуй. PlayStation 3, сука. GameCube, блядь, Wii, нахуй, сука. Параша, блядь. Да посмотрите на это уебище, ебаный стыд, блядь. Хоть глаза, не знаю, хоть нарисованы или, блядь, текстурами прям захуячили. Блядь, вот это еба! Вы посмотрите, у него дороже, да? Дороже, еще, блядь, текстура еще. И другое роже, блядь, сука, во рту внутри. Это, блядь, фильм ужасов, сука. Да вы посмотрите, сука, кошмары, блядь. Блять, ебать, еба, блять, сука, блядь, глаза, сука, пиздец, текстура сделана спрайтом. Посмотрите, зубов нету, сука, вместо них там другая голова торчит, сука. Блять, изнутри, блять. Сука, какой пиздец. Блять. Но комментс, блядь. Пиздец. Вот эта вся графика этой игры, когда она в реальности выглядит, тут нихуя нету, сука. Один фон нахуй, битмапом захуячен, мы еще текстуру отдельно это посмотрим, да? И вот это, блядь. А вот, блядь, все окружение нахуй, это вот эта стенка одна и все. Да. Ну, пиздец, говно консоли. Сука, блядь, это просто, вот это вот страшно, страшно не зомби, которые там в игре, а именно вот это, сука, уебище, которое страшнее миллиард раз этих зомби, это просто кошмар. Блядь, Rescue, блядь, сука, пиздец, блядь. Ебать, блядь, ебать, блядь, сука, блядь. Волосы сделаны, сука, одним полигоном, я не знаю как, это пиздец, блядь. Блять, вот, сука, блять, это пиздец. Ебать, да вы смотрите, сука, на это! Блять, это жуть полная, сука! Ебать, там внутри пусто, дырка, сука, блять! Ебать, блять, какой кошмар, блять! Вот он, кошмар настоящий, сука, Resident Evil, блядь, сука, Biohazard, нахуй, сука, блядь, из Фукусимы, блядь, проститутка, блядь, мутированная вылезла, сука, блядь, пиздец, блядь, там еще, они сейчас все в Фукусиме вот такие вот примерно, блядь, еба, блядь, пиздец, блядь. Пиздец, блядь. Думаю, с этой игрой понятно, это была Resident Evil 0. Во-во, нет, еще посмотрим. Вот так, блядь. Сейчас посмотрим, блядь, просто Resident Evil ремейк, нахуй, сука, тоже на GameCube впервые вышел. Парашное говно. Блядь. Вот, типа, когда модель вдалеке, она еще и полигонов уменьшается. Смотрите, сука, а та это, когда только одна эта модель в экране, вообще зомби нет. Когда зомби, она вообще вот такая эта модель. Зомби-то, а зомби, кстати, пиздец, еще хуже, блядь. Сравните, блядь, зомби, нахуй, с уровня хотя бы, блядь, этого какого, Dead Island, блядь. И какие там, и какие тут эти зомби, причем два их на экране максимум. Текстурка какая, блядь, говно, блядь. Каблук, блядь, квадратный, блядь. Смотрите, сука, даже следа нет нормального на ботинке. Сука. Блядь. Ёбаный стыд, блядь. Ой, блядь. Ебать, блядь, вы посмотрите, сука, это вообще, что такое, нахуй? Это Resident Evil, блядь, ремейк, блядь, сука.
тот самый первый ремейк сделали, сука. Типа с крутой графикой, блять, сука. Ну посмотрите, блять, на это, сука, блять, обезьяна, сука. Ебать, блять. Ебать, блядь. Я такой хуйни в жизни не видел, сука, блядь. Сколько лет гамаю, блядь. Такая параша, блядь. А мужики-то не знают, играют в это говно, блядь. Думают, там нормальный графон, полигоны есть, текстурки, блядь. Тут, сука, не так, блядь. Пиздец, блядь. Ну-ка, блядь. Ебаный, блядь. Блядь. Ебать, блядь, что это такое, блядь, как, блядь, что это такое, блядь, я фильм ужасов, ебаный, блядь, что это такое, блядь, сука, блядь. Я даже... Блядь, ебаный, блядь, перевернутый еще, блядь! Блядь, блядь, это что, отражение их, что ли, внизу или наоборот? Блядь, 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 посмотрите, блядь, какая-то матрица, блядь, какая-то, сука, блядь, это как, блядь, сука, блядь, что это такое, блядь? Вескер, блядь, во, Вескер, посмотрите, блядь. Смотрите, сравните его, модель с фильмом, из фильма, да, Вескер, и какое говно тут, блядь, сука. Вескер, блядь, сука, он мутировал, блядь, уже. Блядь. Да посмотрите на это ебало, блядь. На этот нос, блядь, сука, блядь, это пиздец. Грузин какой-то, блядь. Блядь, ебать, блядь. Блять, ебать, блять, это ебало, блять, блять, сука, пиздец, блять, ебать, блять, сука, что это, блять, такое, это забать такой, блять, лежит, посмотрите, сука, даже лицо закрыл, чтобы не видно, чтобы ему глаза там не нарисовали. Пиздец, чтобы лица не нарисовать, они ему закрыли его. Даже можно посмотреть, да? Нихуя, там вообще нихуя нету. Вообще пиздец, говно. Ёбаный стыд, блядь. Блядь, это, сука, нетсген такой, сука. Вот она, консольщина вам ёбаная в полной мере, блядь, сука. Парашу, блядь. Ебать. Вот, блядь, посмотри, блядь, пиздец. Ёбаный, блядь, пиздец еще. Вот это ебать, блядь. Пиздец. Глаз вообще какой низкополигональный. Посмотрите, зрачка даже не нарисована полигоном, сука. Вообще нихуя нет. Если так приблизить, то вообще ничего не видно. То есть пиздец, тут даже текстур нет, блядь. Нихуя тут текстура, блядь. С текстурой еще страшнее, блядь, сука. Это пиздец, какая параша, какие отвратные текстуры, прям видно, пикселевизовано, да? Эмблему, если приблизить, я уверен, там даже ничего не различить, да, на ней. Смотрите, тут ничего даже не понятно, что на ней написано. Все, сука, блядь, низкополигональная, сука, PlayStation 1, блядь, и это, сука, приставка V, нахуй, блядь. Блядь, нексгеновая, сука. При этом она еще HD разрешение не тянет, это она еще в VGA графике такой умудряется показывать говно. То есть пиздец, блядь. Блядь, видите, как в носу мало полигонов, это вообще пиздец. Да, ухо, вообще это не ухо, сука.
Волосы, смотрите, не нарисовали, блядь, тоже, чтобы полигонов на волосы не тратить. Блядь, дырка в стволе наверняка нарисована. Блядь, дырка нарисованная в стволе, блядь! Я там удивлялся, что в Родалерте, да, у пехотинца в стратегии не нарисована дырка, а тут, сука, в этом, блядь, шутере, нахуй, сука, блядь, от первого лица, блядь, от третьего или хуй знает чё, блядь. Сука, тут, блядь, нарису, блядь, дуло не нарисованное, блядь, оно нарисовано, то есть ни полигонами не сделано, блядь, пальцы вообще без ногтей, сука, блядь, курка нету, блядь, посмотрите, на пистолете нет курка, да, блядь, кого я пью, курка нету, сука, блядь, говно какое, сука, карманы нарисованные, блядь, нарисованные карманы, они даже не полигонами сделаны, блядь, нож, блядь, декоративный, уверен, его там внутри нету, смотрите. Блять, кабинете нихуя, одна рукоятка и все, блять, сука. Блять, пиздец, блять, вот это параша консольщина ебаная. И, ой, блять, какое говно, блять, пиздец. Наверняка зубов тоже нет у него. Надо посмотреть, смотрите. Пиздец, зубов нету даже. Сейчас, блять, в самых, блять, стратегиях уже зубы делают, блять, с юнитом, блять. А тут, блять, сука, говно, блять, какое-то. Во, вот так вот круто, вот Hide Online, блядь. Пиздец, параша, блядь, как мало полигонов, сука, еще наебало там нахуячили, а на теле вообще не нахуячили. Ебать. Ебать. Вот видите, никаких окрасовочек нет, просто, блядь, доски такие стоят фанерные, знаете, текстура комнаты захуяченная, блядь, и камера фиксирована, чтобы ты не мог понять, что, блядь, она не полигонная комната, вот такая хуйня, блядь, мужики ебутся, сука, блядь, всю игру заходишь, дверь открывать, а там ебутся мужики, похожие на тебя, блядь, сука, а приближаешься, уже смотри, выходит, что это ты, сука, клонированный, сам себя ебешь, вот такая, собственно, игра, блядь, сука. Пиздец, говно низкополигональное, сука, низкотекстурированное, ну, параша, да? Ну, полное говно, блядь, сука, вообще ни о чем, блядь. Пиздец, дверь в космос, никуда, блядь, зомби, сука, в пространстве висит, блядь. Это мне, блядь, фильм, нахуй, Куб 2 напоминает Гиперкуб, блядь, сука, пиздец, блядь, фанаты этого, блядь, фильма делали, сука. О, смотри, зубы, по-моему, зомби, зубы нарисованы, смотри, блядь, пиздец, они низкотекстурированные зубы-то, посмотрите это, сука. Блять, пиздец, и тут эти мужики ебутся, сука, это пиздец, блять. Вот смотрите, кустики, да, они все низкополигональные, блять, это пиздец. Ну, увидите, какие, сука. И все, блять, даже горшок не круглый, блять. Горшок не круглый, сука. Блять, хоть бы разные кустики, нет, они клонированные, сука, полностью. Кустики, сука, трав, блять, Вов, сука, выращивает, сука, блять, как карлик какой-то, сука, а ношу, блять, каннабис, блять, сука, наркоманы, блять, делали, нахуй, вообще посадить надо, сука, наркотики, блять, сука, выращивают. Блять, вы посмотрите на это низкополигональное, да, обводку вот этого, блять, горшочка, сука, и на эти, блять, текстуры отвратные, сука, листья, блять, вот это параша, блять, вот это говно, блять, ебать, вот смотрите, сука, что тут на фоне вообще, жуть какая-то, блять, посмотрите, сука, зацикленные, как мужики ебутся, вот это фото, это бесконечность уходит, вы посмотрите, оно уходит, бесконечность, или кто, блядь, сука, блядь, мужик дрочит какой-то дохлый, блядь, вот это бесконечность, сука, это пугает, у меня мозг уже разрушается от этого, блядь, думаю, у вас тоже, блядь, смотрите, бесконечность, сука, тут этого, блядь, все мелко, блядь, вообще на психику, как это действует, сука, блядь, вы посмотрите, сука, ебать, блядь, ебать, сука. Ебать, блядь. Ебать, блядь, сука, пиздец, блядь. Вы, если вы думали, что до этого было плохо, то тут еще хуже. Сейчас я вам показываю ремейк, да? Resident Evil 2. 2 на той же приставке GameCube, блядь, Nintendo Wii, блядь. И сколько тут полигонов, сука. Это консольное говно зомби состоит, блядь, если не соврать, из 20 полигонов, блядь. А то и 10, нахуй. Вы посмотрите, блядь, на это. Сука, фонов вообще никаких нету, да, даже досок, да, этих, чтобы какую-то перспективу показать. Блять, вы знаете, какое уебище, блять. Вы знаете, что за уебище, а? Блять. Блять. Блять, ю, блять. Я просто, я не могу ничего говорить, я, блять. Это, блять. Ебать, ебать. Блять, посмотрю, блять, ёбаный стыд, блять, ёбаный, сука, блять, блять, посмотрю.
смотрите, сука, на это! Блядь, сука! Блядь, сука! Автомат, блядь, сука, из 4 полигонов сделан, блядь! Пиздец, сука, на это ебало зомби, блядь, сука, блядь, это ебало зомби, блядь. Блядь, лицо сделано из одного полигона, сука, носа, блядь, вот так лицо показывает, сука. Блядь, сука, чем дальше в лес, чем толще партизаны, блядь, сука. Пиздец, блядь, смотрите, блядь, какой пиздец, сука. Блять, ёбаный кошмар, блять, ёбаный стыд, блять, ёй, блять, сука, пиздец, блять, ой, блять, ой, 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 блять, ебать, даже клонированное ебало этих зомби, посмотрите, одни ж... Блять, я даже боюсь полигон тут читать, уж кошмар просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на единицы, даже не на десятки, блять, счет полигонов ведется. Ступня, блять, квадратная, блять, пальцев вообще нету, веще. Пифано, блять, вообще нету, сука, максимум два зомби в кадре, опять же, три. Пиздец, и причем вот таких клонированных. Блять, 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 ой, ой, блять. На Кирича чем-то похож, да? Блять, пиздец, у него косоглазие, смотрите, сука, блять. Блять, блять. Уши вообще, блядь, сука, нарисованные, блядь. Волос вообще нету, блядь, текстур вообще нету. Тут, блядь, да, тут тоже, блядь, сука, это что, текстуры-то, блядь. Блядь. Охуеть текстура, да, блядь, пиздец, блядь. Ебать, блядь. Ебо, блядь, сука, ебо, блядь, сука, блядь, еще хуже, блядь. Блядь, они клонировались тут, посмотрите, сука, блядь. Блядь, а это уже типа уже скрины из помещения, сука, сцена. Но тут тоже самые, те же самые зомби, они все клонируют. Это тут, блядь, блядь, эти, сука, на этот труп лежачий, блядь, это, ой, блядь, ой, блядь, во, блядь, ну посмотрите на этот труп, блядь, на это лицо зомби, посмотрите, это что, лицо зомби, блядь, блядь, это вот лицо зомби, сука, или, блядь, пиздец, нет, это как вот это называется, этих разработчиков, я не знаю, что с ними надо делать. Сука, блядь, и, наверное, блядь, блядь, как такое говно можно делать? Вот как такую парашу можно делать? Вот скажите, пожалуйста, сука, блядь, это ж пиздец, а? Блядь, как мало полигонов, блядь, их вообще нету тут, сука, блядь, блядь, пиздец, тексту, блядь, это в графике тут вообще нету, блядь. И в эту парашу, сука, еще называли, блядь, хорошей игрой какой-то, блядь, блядь, как... Блять, ой, блядь, это какое ебало, блядь, это какое ебало, сука, злобно. Пиздец. Все, блядь, нарисованное, блядь. Дешевые текстуры, да, блядь, да Quake 1, нахуй, в одной модели там больше всех полигонов, чем тут во всех этих зомби вместе взятых. Пиздец, блядь. Пиздец, ебать. Пиздец. Просто кошмар. И это Resident Evil 2, ребятки, сука. Ремейк тоже. Блять. Блять. Все, я это больше не могу выносить. Блять. Блять. Ой, блять. Ой, блять. В общем, надо уже приходить к обзору, да, текстурок. Текстурки надо отдельно сейчас расценить. Так. Пиздец, говно, а, блять. Ебать, блядь, сука, блядь, вот это текстурка, блядь, вот это ебать, блядь, сука, видишь, какой размер мизерный, сука, 256, нахуй, сука, пикселей, блядь, говно, блядь. А типа, видимо, что такое-то зубы, что, блядь, видишь, какие отвратные текстуры. Вот они, фаны эти, ебаные, вот о чем я говорил, как они объёбывают народ, они вхуячивают, блядь, сука.
Блять, хуячит вот этот вот фон, и все, нахуй, сука, вместо того, чтобы полигонами делать, блять, как объебывает народ, блять, причем он низко себе, блять, текстуру, блядь, 512 пикселей, весь этот ебаный фон, блять, разрешение, это пиздец, блять, блять, ой, блять, пиздец, это что такое, блять, посмотрите, это, блять, блять, ебать, ебать, вот это ебать. Пиздец, вот это, блядь, зомби текстура, сука, пиздец, нихуя не видно, текстура, потому что маленького размера, блядь, сука. Памяти в консолях нету, блядь, 256 килобайт. Блядь, пиздец, блядь, говно, блядь, сука, нахуй. Эти одежда такая, сука, это, блядь, туман, блядь, в фотошопе сделали, блядь, фильтром, блядь, клауд, блядь, нахуй, сука. Блядь, и градиент, сука, сделали, нахуй, в фотошопе, блядь, охуенно, да? Блядь, глаз, блядь, сука, говно, сука, а не глаз, блядь, сука, блядь. Лучше бы с настоящего зомби кого-нибудь отсканировали. Блядь, вот, видите, как объёвывают народ, берут, сука, и хуячат, да? Сцену в 3D Max от рендера еще в разрешении 512 пикселей. Пиздец, вот это зуб, блядь, говно, как говно, блядь, говно, параша, говно, говно. О, блядь, ебать, ебать, сука, вот эта текстурка ничего, а так, смотрите, 733 пикселя, я все равно говно, конечно же. Говно какое, блядь, сука, пиздец, параша. Вот, сука, блядь, 32 бита, блядь, сука, вот пиздец. То есть, блядь, тут, блядь, пиздец, как говно какое, блядь. Вот как объебывает, видите, сука, блядь, хуячит просто бэкграунд вот такого размера, да? Вот он, натуральную величину, видите? Вот, и такого размера бэкграунд, сука, вот такое разрешение в игре, нахуй, и поэтому это максимальный размер картинки, текстуру может быть в игре. Блядь, это типа пиздец, блядь. А вот видите, типа это лайтмапы, да, вот это лайтмапы, даже тут лайтмапы, сука, блядь, они тоже пререндерные, сука, блядь. Вот типа фон, а вот лайтмапы, как типа освещение, сука, как будто там, блядь, на полигоны падает, блядь, на дальше, блядь, ой, блядь. Вот видите, все нарисовано, блядь, такая графон была в Мифе, нахуй, сука, блядь, Мифе, нахуй, такая игра была на Муздосе, сука, блядь, квест, блядь, ебанутый, сука, вот там такие, такого качества, блядь, все, блядь, задники, и вся игра из них составляла, блядь, блядь, параша-то, а? Какая параша, блядь, а это как сюда попало, я не знаю, у него скрин сохранился по ошибке, блядь, пиздец, низкополигональный, сука, рубин какой, блядь, вот это говно, вот это я понимаю, говно, сука, вот, блядь, ебать, это что такое, сука, спецэффекты такие, блядь, блядь, ой, блядь, сука, пиздец, блядь, вот листик, вот он листик этого травинки, я же говорю, сука, говёная текстура, блядь, вот это, блядь, говно, это, блядь, на Денди текстуры лучше были, чем тут, сука, нахуй, на PlayStation 1, уже вот волосы, блядь, сука, взяли, пиздец, нарисовали их, полигонами не могли сделать, блядь, памяти это нету на консолях, нихуя, сука, блядь, вот, типа, волосы, блядь, типа, сука, блядь, жопу свою отсканировали, сука, и волосы сделали, блядь. Вот видите, сука, это в игре так все это выглядит, сука. Говно такое, блядь. Вот, сука, это пиздец. Это чуть увеличенное, да? А вот так вот на игре, вот, типа, вот так вот чуть нормально, да? Когда вот так, блядь, посмотришь, блядь, какое говно, блядь. Ну я их всех, блядь, на чистую воду-то вывел. Блядь, текстура как говно, блядь, говно, говно, блядь. Сука, блядь, вот это ебать, ебать. Сука, ебало, блядь. Это же жуть, нахуй, сука, просто, блядь. Здесь пиздец, блядь. Вот это текстурка, блядь. Вот это, блядь, текстурка, блядь, это пиздец. Вот это ебало, блядь. Вот это ебать, блядь. Вот это ебать, блядь, сука. Ебать, блядь, сука, нахуй, блядь. Блядь, зависла аж вся нахуй, блядь. Пиздец, ебать. Ебать, пиздец. Еба! Еба! Блять! Блять, без глаз! А страшнее зомби! Сука, блять! Ебать, сука! Ой, блять! Ебать, ебать! То есть они тут выехают именно за текстуру. Текстуру как бы очень, сука, блять. Фотореалистичные, возможно, ебало реально сфотографировали, сука. Сняли скорпли в сканера, блять, захуячили, блять. А полигонов нету, сука, а текстура все равно маленького размера, разрешение низкого размера, типа, думают, что не просекут, но я, блядь, все, нахуй, обздул в корень, нахуй, сука.
Блять, а вот это пошло, вот Resident Evil 2. Вот, бля, тут смотрите, если там я говорил маленькое разрешение фонов, то тут какое, блядь, фоны, блядь, какие. Это реальные фоны, максимальный размер, блядь, сука, все. Ебать, блядь, 256 пикселей максимум, сука, блядь. Пиздец, блядь. Нихуя, блядь. Ой, блядь. Ой, ой, блядь, какой кошмар, блядь. Сука. Нет, это уже пошло опять старое. Блять, ой, блять, ой, блять, ой, блять, ебать, ебать. Во, видите, как объемы, типа, вот они, лайтмапы идут, да? Как будто там полигонами сделано. Блять, на самом деле все видео, сука, в фотошопе сделано, сука, нахуй, блять, нарисовано задники. Блять, ебать, ебать, вот это, блять, пиздец, нахуй, жуть, да. Вот это еба, блять, сука, еба, блять, еба, блять. Блять, блять, ебать, блять, это что такое, блять, блять, ой, блять, ой, блять, в общем, можно подвести итоги, собственно, полное говно, параша, людей всегда обманывают, на концах ли обманывают, сука, блять, продают за бешеные бабки эту парашу недоделанную, сука. Бля, ебать! Ебать, сука! Вот это ебать! Вот она, сука, PlayStation 3, сука, на... Блять, на Games, какой тут Drake Face, блять, да? Вы на это посмотрите, сука, вот она, сука, PlayStation, блять, 3, сука. Покупайте, блять, PlayStation 3, сука, получите графон, сука, нахуй. Блять, как в Uncharted, бля, ебать! Убай, ебать, блять! Ебать, ебать, блядь, ебать, ебать, вот она PlayStation 3 вам, сука, хуево, вот она, блядь, сука, блядь, ебать, 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 блядь, пиздец, блядь, блядь. Ладно, в общем, подписывайтесь на канал, сука, у нас уже более 6 тысяч, блядь, сука. Скоро, блядь, больше 6 тысяч миллионов будет, блядь. У нас тут, блядь, давайте там подписывайтесь, там, сука, подписывайтесь, блядь. Очень большой Абдуль, братья. Вперед за Абдулаверование, блядь. Смерть текстура, блядь, говяным, сука. Абдуль, братья. Абдуль, блядь.